привет! Избавиться от алкоголизма можно, и метод этот один-единственный – воздержание. С 1 июля в России запретили заправляться пивом на остановках общественного транспорта. С 1 июля запрет в силу вступил, а сегодня в городском пресс-клубе рассказывали о первых результатах реформы в Омске. 4500 остановочных павильона, продающих веселящий напиток, должны были, по данным департамента, убрать пиво из ассортимента. Понятно, что в этих 4000 торговых предприятиях пиво продавать будет нельзя. На практике все не так однозначно. Под хлопьями пены навеки уснули дела и мечты. Жизнь повернулась спиной пивной. Вот так действует запрет на продажу пива в остановочных пунктах общественного транспорта. А мечи в целом к закону относятся с пониманием. Ну как, пиво все любят, просто пить нужно знать где. На остановках действительно ни к чему оно. Ну, закон не выполняется, я не знаю, как же так на бумаге все пишется. Я вот тоже смотрю, у транспортного института там, у нас на поселке там, а пиво как стояло, так и стоит. Купив на остановке бутылку пива, мы продолжили играть детективов и решили разобраться в запутанном деле с омским белым порошком, которым вчера засыпало половину городка нефтяников. Сегодня с утра пресс-служба Роспотребнадзора разослала всем письма с результатами проведенных анализов. Специалисты выяснили, что под белым порошком скрывался мелкокристаллический алюмосиликат. Для здоровья он безвреден. Какое предприятие и зачем опорошило Омск, в письме сказано не было. Представители МЧС отказываются от комментариев. В Роспотребнадзоре просто не поднимают трубки. Интересно, что мелкокристаллический алюмосиликат – это сырье для производства катализаторов. С их помощью делают экологическое топливо. Скорее всего, везли его как осушитель или на завод ИСКА, или на полипропилен, который при заводе ИСКА там строится, либо на пластик. Белый порошок оказался безвредным. Кремниевый завод не тестировали, а нефтезавод не пытался превратить омичей в зомби. Все хорошо. Еще и Дудкина вернулась в Омск с первым местом на Олимпиаде в Лондоне. Дома молодую чемпионку ждали. Мы очень рады за победу. Да. Здравствуйте всем, привет всем. Живут такие девочки, они тренировались вместе с нами. Да, учили нас всему. Мы за них очень рады. Да. Гордимся. Мы любим, гордимся. В аэропорту толкались пресса, ученики. Все с одной целью – поздравлять. Ксения же казалась немного напуганной и просто соскучилась по близким. Я очень рада, что я вернулась домой. Это приятно, мне кажется, там сейчас все будет. Очень соскучилась по всем родным, по своим. Увидеться, обняться поскорее бы. Пятница. Все жаждут объятий. Обнимать куда лучше, чем выпивать. Пускай выходные будут трезвыми, а если решите расслабиться по-взрослому, то хоть не напивайтесь до белочки. Пока.